Ну, так вижу, надо. Дура одна с нашего поселка. Ну, Колькина баба. Ну, такая в бегудях ходит все время. Дозвонилась на прямую линию. Самому. И что интересно, сам трубку взял. Не, ну ты, дозвонилась. Ну скажи что-нибудь хорошее. Я вас видала, вы такой классный, на коне держитесь. Не то, что Байден с трапа самолета упал. Она плакаться. Владимир Владимирович, помогите, у нас мужики спиваются. У нас в поселке все пьют. Не, ну это ж надо вот такое ляпнуть. Все пьют. Да у нас почти никто не пьет. Куры не пьют. Гуси не пьют. Синички на дух не переносят это. И тогда позвонил нашему губернатору. А губернатор, когда ему позвонили, он уже отмечал, что ему не позвонили. И с ним стало то, что было со мной в прошлом годе, когда я съел немытые сливы. Его пронесло. Он забыл, губернатор, что в его регионе рабочий день закончился. А по московскому времени самый разгар раздачи письменных указаний. И тут ему лично... Причем на выключенный мобильник. Ну ты хихикаешь, а он сделал с ним то, что я сделал со своей женой в первую брачную ночь. Поговорил с ним. И губернатор так обостренно воспринял критику, что прямо с постели, вот в чем был. Прибег к нам ночью зимой. За 200 километров пешком, потому что машины к нам не проехать. Да, в чем юмор, я же не сказал. Значит, губернатору выделили деньги на дорогу, а он на эти деньги купил себе лимузин. Теперь ему есть на чем ездить, но негде. Вот такая трагедия у человека. Я плакал, когда услышал. Короче, он прибег, все собрал и говорит: мы должны победить алкоголизм, потому что президент приедет и каждого лично обнюхает. Давайте составим план, что надо сделать в первую очередь. Деда Коля говорит: вы извиняйте, в первую очередь вам надо надеть трусы, потому что очень отвлекает. Губернатор сказал: не обращайте внимания на мелочи. Главное, мы сейчас посмотрим программу о вреде спиртного и врубают по телеку вот эту программу «Жить здорово», где Елена Малышева стоит в костюме печени, а какой-то лысый мужик с табличкой «Водка» бьет ее молотком по голове. Губернатор говорит: так, видите, как водка губит печень. Что нужно сделать, чтобы печень не страдала? Все сказали: да выгнать этого дебила с молотком. Губернатор говорит: вы сами дебилы. Предлагайте, как нам победить пьянство. Тут Колькина баба говорит: вы извиняйте, конечно, надо повесить на доску фотки всех пьяниц и написать: злостные алкаши, чтобы им стыдно стало. И тут выяснилось, что фотки пьяниц
полностью совпадают с фотками на доске почета. Вот. И решили вторую доску не ставить, а просто прибить новую табличку. А старую снять забыли. И получилось: злостные алкаши, ими гордится поселок. Слышь? Губернатору на мобильник сообщение шлет. Как успехи? Какой процент протрезвевших? А то я гляжу через спутник, а количество населения, ползающего на четвереньках, не сокращает. И, кстати, наденьте трусы, а то мне отсюда видно, что у вас есть гражданство Израиля. Губернатор так испугался, что трое трусов надел, и четвертую на голову, чтобы сверху было видать. А всем ползающим на четвереньках приказал приделать к башке рога, чтобы со спутника казалось, что это скотина пасется. И сам, когда ходил по улице, махал в небо рукой и слал воздушные поцелуи. А чтобы ему не дозвонился, он выкинул мобильник в реку. Но тут из реки вылез водолаз и сказал: вас к телефону. Губернатор трясущимися руками поднес телефон к уху и услышал: что-то со связью. Мои знакомые журавли, пролетая над вами, не увидели дорогу, на которую вам выделили деньги. Зато увидели лимузин. Нет ли тут связи? Губернатор говорит: это не мой лимузин, это так, на нужды народа возим, как говорится, больных к врачам. Президент сказал: хорошо. Мы выявили, что от алкоголизма у вас сильно упала рождаемость. Срочно вышлите видео, как вы работаете над решением демографической проблемы. Губернатор всех опять собрал и говорит: надо снять видео, как мы работаем над увеличением численности населения. Нинка говорит: а мы не можем, мы стесняемся. Дед Егор говорит: я могу. Его бабка говорит: да не тренди ты, ты уже лет 40 не можешь. Говорит: дай договорить, я камеру могу держать. Тут Колька, хитрюга у нас Колька, говорит: давайте скачаем из интернета фильм для взрослых и пошлем, он же нас в лицо не знает. Ну, так и сделали. Выслали видео «Приключения развязанных цыпочек в Лос-Анджелесе». Тут же звонок оттуда. Посмотрел ваше видео. Молодцы. Старайтесь от души, активно. Не жалейте. Но есть вопросы. Почему все жители поселка говорят на английском? Губернатор говорит: well, мистер президент, у нас в поселке очень высокий уровень образования. Хорошо. А кто эти двое мужчин в кожаных стрингах? И почему они с плетками? Губернатор говорит: это пастухи поселкового стада. Ага. А почему пастухи чернокожие?
Панишером на солнце загорели. Допустим. Ну почему один пастух решает демографическую проблему не с доярками, а с другим пастухом? Вы понимаете, что это бессмысленная трата государственных средств? Извините, виноват. Старались, перегнули палку. Президент говорит, если это ваш поселок, то почему у вас в центре Сибири в декабре растут пальмы, летают попугаи и написано «Welcome to California»? В этот момент звезды на небе сложились в буквы. Я все вижу. Вы уволены в связи с утратой доверия. Губернатор плюхнулся на колени, сказал, я все исправлю, простите. Но звезды образовали новое созвездие в виде фиги. И тогда губернатор раскаялся, продал лимузин, на все деньги построил дорогу, покрыл ковролитом. Все жители стали ездить в центр, нашли работу, бросили пить, увеличилась рождаемость. И сам прилетел на журавля и объявил всем благодарность. Ну, как вы поняли, финал, конечно, я немножко... Ну, сказочный финал на журавля. А вот то, что во многих регионах нет дорог, а губернаторы ездят на лимузинах, это правда. Если у вас так, не стесняйтесь, звоните. Он вас услышит и поможет.